And I give the floor to His Excellency Mr. Gajek Egania, Director of the Migration Agency, Ministry of Territorial Administration in Armenia. Глубоко уважаемый президент, организация встречи на таком высоком уровне сама по себе свидетельствует о том, что регулирование миграционных процессов давно вышло за пределы рамок национально-государственного, даже двустороннего и регионального сотрудничества, и сегодня поистине стало в ряд глобальных проблем. Для Армении регуляция миграции является вопросом стратегической важности, поскольку после независимости наша страна, наряду с другими проблемами, была вынуждена противодействовать вызовам беспрецедентных объемов перемещения населения, которые включали в себя почти весь спектр миграционных потоков, начиная от более чем 360 тысяч беженцев, депортированных в результате Карабахского конфликта из Азербайджана в Армению, и кончая эмиграцией около 1 миллиона человек из Армении, что составляет почти треть населения. Несмотря на серьезные проблемы, обусловленные крупномасштабными миграционными потоками, на примере Армении можно четко проследить взаимосвязь между миграцией и развитием, как для принимающих стран, так и для нашей страны. Думаю, что многим из присутствующих в зале известен вклад многомиллионной армянской диаспоры в деле прогресса в странах их проживания. А по оценкам независимых экспертов, только в Российской Федерации, куда в основном в последние годы направлен вектор миграции из Армении, армянскими мигрантами создано более 1 миллиона рабочих мест. С другой стороны, трансферты трудовых мигрантов и живущих вне страны армян имели немалый вклад в обеспечение двузначного экономического роста, который наблюдается в стране за последние 4 года. Для нас в Армении усиление влияния миграции на процессы развития напрямую связано с превращением денежных трансфертов в источники инвестирования в экономику. По данным Центробанка, ежегодно в Армению частными лицами переводится около 1 миллиарда долларов США. Преобладающая часть этой суммы, 76%, расходуется на текущие потребительские нужды. И только 2% вкладывается в предпринимательскую деятельность. Тем самым становится актуальной задача использования этих средств как источника инвестирования в экономику. Мы только делаем первые шаги в этом направлении. Данный вопрос включен в повестку сотрудничества Международным фондом развития сельского хозяйства ИФАД. В этой связи мы очень заинтересованы в налаживании диалога с другими странами и международными организациями, тем более, что ряд стран Евросоюза с успехом осуществляют такие программы. Глубокоуважаемый президент, оказание содействия трудовым мигрантам для нахождения ими легальной работы напрямую связано с рассматриваемым на нынешней встрече вопросом. Многие развитые страны стабильно удовлетворяют имеющийся определенный спрос на рабочую силу за счет мигрантов из развивающихся стран. Речь идет о работах, традиционно считающихся для местного населения непривлекательными, а также о профессиях в сфере медицинских услуг, информационных технологий и в других областях. Вместе с тем, действующие в странах назначения миграционное законодательство зачастую механически превращает этих людей в нелегальных мигрантов. Думаю, что давно настало время найти пути преодоления такого положения. И в качестве первого шага я бы предложил, чтобы принимающие страны предоставляли странам въезда информацию о спросе на своих рынках труда, о конкретных компетентных органах, ответственных за привлечение иностранной рабочей силы, действующих процедурах в этой сфере и так далее. По моему глубокому убеждению, такое сотрудничество может стать эффективной альтернативой в борьбе с нелегальной миграцией.
контексте миграции и развития мы придаем важность также содействию возврата мигрантов. Мы полностью разделяем мысль генерального секретаря ООН о том, что основной целью миграционной политики должно быть предоставление возможности любому лицу жить и созидать в своей родной стране. Хочу информировать Высокий форум, что для возвращения наших граждан-мигрантов Армения заключила соглашение с 3 европейскими странами. Еще с 5. Переговоры продолжаются, и еще с 5 странами они уже завершены. Однако имеющийся у нас опыт свидетельствует, что для предотвращения последующей рециркуляции нерегулярных мигрантов необходимо реадмиссию дополнить реинтеграционными программами. В настоящее время нами осуществляются такие программы с правительствами Швейцарии и Франции. Более того, мы предусматриваем создание центра, который не только будет оказывать помощь вернувшимся мигрантам, но и предоставить им возможность до возвращения напрямую в режиме онлайн связаться с соответствующими компетентными органами Армении и получить интересующую их информацию. Глубоко уважаемый президент, во многих странах мира есть поговорка: «Хорошее начинание – это половина успеха любого дела». Справедливость сказанного применима и для нашей встречи, рассматривая ее как начало большого пути установления диалога в рамках ООН по миграционной проблематике. Вместе с тем, окончательный успех данного процесса во многом будет зависеть от того, какое продолжение оно примет. Имплементация принимаемых в рамках таких встреч рекомендаций требует существования определенных институциональных возможностей. И на наш взгляд, Международная организация миграции, имеющая во всем мире такую институциональную сеть, вполне могла бы осилить такую миссию. Благодарю за внимание. I thank His Excellency Mr. Gajik Iganya, Director of the Migration Agency, Ministry of Territorial Administration in Armenia, and I give the floor